Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Посмотрите, какая красивая беседка, так она обросла. Ой, какая прохлада здесь, боже! Боже, как красиво! Как классно, тихо, блаженство. Смотрите, друзья мои. Что это за цветочки, не знаю. Но очень красивые, не так ли? Красавицы. Смотрите, как она обросла хорошо. Супер. Видите, как красиво. Вы слышите прибой моря? 35 градусов уже. Нифига себе. Бабульки уже возвращаются. Ой, сколько сегодня многолюдно. Смотрите. Конечно, они с 8 часов утра. Я тоже сейчас пойду. Буду купаться. Видите? Очередь души. Сегодня море было грязное, очень грязное. Ну вот только именно возле берега близко, а там дальше чистое. Вот я заплыла, наверное, метров 200. Так долго покупалась, немножко позагорала, и сейчас иду домой. Трин-трин-трин-трин. Песочек такой. В общем, друзья мои, пошла я собираться домой. Уже никого нету, уже 9:30. Все. Пока. Временно прощаюсь. Друзья мои, лежу на балконе. Такой ветерок. Подмела, сейчас хочу помыть, потому что столько собралась. Вон даже, видите, ветерок такой, дорожки попадали. Лежу, немножко отдыхаю. Ой, так, спать хочется, раз после моря расслабилась. Мурашкинка, видите, все в клеточке. Морковку кушает, сейчас покажу вам. А вот и я кайфую. О, тут вот это что-то. Закорела чуть-чуть. У-у-у-у. Сколько дела, я расслабилась. Так, наполовину сделала. И лежу. Так соскучилась под своим внуком. Так бы с ними порезилась. Знаете, что я слышала? Моя мама мне сказала, что потом меня откроют границу. Вы представляете? Это... Я 2-3 дня назад это услышала, что в августе не откроют. Я, конечно, в шоке, но я не знаю. До сентября вроде бы, до сентября нет, до января Батуми границу не откроют. Вы слышали? Напишите в комментариях, какие у вас есть новости. Ведь я планировала в середине августа уже ехать. Ну, все, что идет, идет к лучшему. Я не падаю духом, ну а что делать? По-другому не изменишь ситуацию. Или надо поехать, 2 недели попасть, меня заберут в карантин, буду я 2 недели где-то там сидеть в гостинице. И зачем это нужно, 2 недели сидеть? Я же с ума сойду без выхода. Или, говорят, надо сделать тест. А тест я так боюсь сделать. Мы вчера были когда у Заловки с мужем. Она рассказывала, что это ужасная болезненная процедура. Фитиль очень глубоко в нос, в ноздрю вводят, очень болезненно. Столько услышала всего про этих тестов, что они инфицированы, все, уже боюсь. Не буду прыгать выше себя головы, а буду делать так, решать проблемы по поступлению информации, не так ли? Моя машинка пипикает, уже закончила стирку. Все, Светлана, вставай, работать надо. Кто?
Кто меня поднял? Кто меня поднял? Мама пришла, мама пришла. Посмотрите, как он радуется. Очки, посмотрите, морковку. Сейчас я ему поменяю все, здесь салфеточку, морковку, как он кушает, видите? Там черешенку, каждый день все свежее. И у него что-то перышки сыпятся. Что это с ним? Линяет он у меня. Лысый не будет. А морковку, как интересно, он кушает. Не кушает, а ее крошит. А? Ты почему морковку не кушаешь? Ты почему не кушаешь морковку? Вот фрукты здесь я намыла. Вот я пришла с моря, выпила кофеек. Фруктов никуда не хочется кушать. А? Егосик? Егосик? Это что за ветер? Что за ветер? Как хорошо! Как хорошо, Гигосик! Гигосик, иди к маме! Иди к маме, иди, мой сладкий, к маме! Иди к маме! Иди! Ашки! Гигос! А Гигос! Гигосик, Гигосик, Гигосик! Гигосик, Гигосик, Гигосик! Чик-чирик, чирик! Гигос! Гигосик, Гигосик! Иди к маме, иди к маме, и бойся, иди к маме. Ой, не хочет он маму, шарахается, шарахается. Такой ветерочек, прелесть, прелесть. Ну что тут у соседей, последить, есть ли что-нибудь интересное? Никого нету, вы где? О, посмотрите, ветер как. Ой, я говорю, я не чувствую жару у себя в квартире. Так, что... Вчера я, кстати, не поливала цветы. Я про них забыла, если честно. Посмотрим, что здесь. Лишнее надо поубирать, не так ли? Привести в порядок, чтобы было красиво, все ухоже. Я не могу никак пересадить цветы. Какой-то вот это что-то растет у меня, я не знаю, что... Вот, посмотрите, у меня такие цветочечки. Видите? Их надо опустить на эту сторону, будет красивее. Точно, я сейчас их все опущу вот так вниз, потому что здесь портит занавеска. И будет намного красивее. Не так ли? Вот так вот. Так вот сделаю. Вот. Вот как красиво, да? Вот как красиво, вот как красиво. Так кричит там. Видите, как они у меня выросли? Как я закрыла занавеску, сразу начали расцветать. Но это почему не растет? Это, что это такое за растение? Вроде бы должны быть такие красивые цветки. Вот такой завтрак я решила приготовить Ашкиму. Это из старого, ну и не старый, а свежего, из несвежего лаваша. Я просто мелко порезала. Потом что сделаю, сейчас расскажу вам. Вот так. Залила яйцами с молоком. И пожарила с двух сторон, а внутри положила кашир, пенир такой. Плавленый сыр. Сейчас разрежу и покажу, как получается. Здесь у меня молоко прокисло, и я готовлю творог. Немножко подсолила, и сейчас на ситечко с марлечкой. Оно у меня стечет. Так, ну что, разрезаем наш красивый завтрак. Вот такой вышел. Приятного аппетита! Друзья мои, я сейчас нахожусь в районе Енишехир. Улица Университетская, вон там прямо. Покажу вам и этот район. Смотрите, какие здесь в основном новостройки. Ветерочек хороший дует, не жарко нам.
сады. Наверное, в скором будущем здесь будет уже новостройки появятся, не так ли? Это район, это ближе в сторону гор. Ну и близко от центра очень. Пришла в гости к своей новой знакомой. Надеюсь, мы с ней подружимся. Хочешь, покажу тебе? Конечно. Да? Вот Настенька. Привет, здравствуйте. Настя Назли по-турецки. Да. И вы добро ее... пожаловать. Да, вы ее почаще будет, часто будете видеть в моих видео, потому что мы сейчас с ней очень усиленно будем работать в нашем прекрасном и надежном бизнесе. Сейчас мы будем с ней пить кофе, а потом пойдем еще в гости к ее знакомым. Какой мальчик хороший у Настеньки. А Денис, как тебя зовут? Умут. Ты по-русски понимаешь? Не очень. Не очень? Он родился в Турции у тебя? Он в Турции родился. Угу, он в Турции родился. А старший в Туркменистане. И он хорошо владеет русским? Да. Он читает и разговаривает хорошо. Какой холёсий. Такие волосики у тебя больше, чем у тети Светы. Ну, это вот за период карантина пришлось так отрастить, а теперь неохота даже идти. А, он хочет их отращивать, да? Mm-hmm. Красавчик. Mm-hmm. Миленький такой. Спасибо. На море ходишь ты на море? Нет. Почему не любишь море? Не очень. Я волосы. Бассейн любит. А море, а у нас, я как люблю море вообще, я без моря не могу. Ну да, у вас тут надо с мамой только далеко, этот, далековато немножко. Угу. А бассейны в этом году тоже сказали, не откроют хавуз. Ну и не надо, пусть даже не откроют. Аквапарк Ачмаджаклара. Ну везде вот в комплексах все закрыто, все бассейны. Да, как мы сидим красиво, друзья мои, кайфуем на балкончике. Приезжайте в Мерсин. Не пожалеете. Угу. Действительно, мне тоже очень Мерсин понравился. Хочу показать вам еще, друзья мои, район Йенишехир. Кругом, вокруг мне новостройки. Красивые ситы. Это мы углубились в горы. Такой вот район. Хочу показать вам, посмотрите, какой красивый подъезд. Это что такое красивое? Посмотрите, друзья мои. Просто прелесть. О, такой новостройки, такой подъезд. О, красота. Я такой еще не видела. А люстра какая красивая. Супер. Друзья мои, посмотрите, какой я попала красивый район. Сейчас темно, но такой бассейн внизу. Очень красиво, очень красиво. Посмотрите, такой балкончик. Вот у нас турецкая хозяюшка. Очень красиво. Сейчас мы будем разговаривать. Очень красиво. Мне понравилось. На балконе такой красивый вид, друзья мои. Это мы в самом углубились туда-сюда, горам. Море далековато отсюда. Йенишехир, университетская улица. Вот видите, балкончик такой, по всему кухня шикарная, но мне неудобно снимать потом, пока, если разрешит хозяйка. Она, оказывается, смотрит меня на ютубе, так приятно стало. Сказала, что я похудела. Я говорю, откуда вы знаете? Ну, говорит, мы же смотрим ваши видео. Сейчас будем пить кофе. Вот так вот подают сервис, такой сервис. Турецкие женщины, турчаночки. Вообще все здесь красиво делают, не так ли? Со вкусом. И еду тоже мне нравится. Все красиво, все порционно. Вот такой вот сервис. Привет. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.